мы вынуждены были вводить 5-часовые ограничения на потребление электроэнергии на определенной части территории республики, которая, обеспечение которой осуществляется за счет поставок из Российской Федерации. Но вот в результате достигнутых договоренностей пропускная мощность была увеличена на тот необходимый объем для того, чтобы мы могли сократить эти ограничения и сохранить их в параметрах час в дневное время суток и 2 часа в ночное время суток. Но при переводе, значит, на новый график, сразу же в первые сутки, значит, нагрузки значительно увеличились на энергосистему, что вызвало определенные сложности, в том числе с российской стороны, потому что есть согласованные параметры, и мы, соответственно, с учетом того, что нагрузки выросли, мы выходим за пределы границ пропускной мощности и, соответственно, согласованного объема. Поэтому, значит, возникает необходимость снижать эти нагрузки, и, безусловно, уверены в том, что основная часть этих нагрузок связана с тем, что подключено оборудование для майнинга криптовалют.